Всем-всем привет, всем доброе утро. Вот. Утро замечательное у меня. Вот все вот так вот активное. Вот. Ну как, за зарплатой иду. Спросите, куда? За зарплатой. Я вообще переводчиком работаю. У меня языки английский и китайский. Вот. И сейчас иду за зарплатой. Потом, в общем, еще иду на работу. Там уже устный перевод. До этого я сделала письменный перевод. Теперь сейчас устно буду договариваться скоро. В общем, так вот. Это у нас педагогический институт. Вот. Так что мне пора. До встречи. Попозже увидимся. Купила я вот подарки, детские игрушки. И сегодня будет у нас видео, обзор детских игрушек. Made in Korea. Пока-пока. Всем-всем привет! Купила я сегодня корейские игрушки и корейскую еду. Я вам сейчас покажу. Вот. Сейчас все по очередности. Первый это у нас получается попкорн карамель. Будем пробовать. Сейчас обзор получается. Это у нас идет получается лапша анчоус. Получается, у нас идет гель для душа с игрушкой пистолетик. Сейчас мы покажем. Вот такой пистолетик. Здесь через дырочку наливаем воду и брызгаем. Это у нас гель для душа. Вот так вот. Еще идет эта коробочка, именно пляжный мяч. Или шар. Накупила подарки для моего помещения начальства. Будем пробовать, будем смотреть, как он реагирует на все эти игрушки. Всем привет! Приехала я в Камаз-центр, вот, чтобы повидаться с племянником и подарить вот такие подарочки. Всем привет! Мы будем чай пить. Вот. И будем сейчас есть щи. Вот. Суп с щи. Миржай сейчас спит. Сейчас мы пока поедим, а потом уже будем давать подарочки. Вот. Всем приятного аппетита. Вот. Салатик. Зимний, да? Осенний, вернее. Потом вот пирожки с картошечкой. И у нас еще на десерт будет кексы. Вот они, кексы. Творожный. Алматы, вернее. Вот. Такие вот пироженьки. О, икра. Угу. Из морских водорослей. Красный сливочный микс. Угу. И все. В общем, такое пирожное вкусное. Вернее, кекс вкусный. Лично что-то путаю. Сушки какие. Ой, вкусные сушки. Вкусные. Нравится тебе. Такая красота.
вкусно. Казалось, национальная кисловка. Угу, очень красиво. Будем с чаем пить. Чай шиповник. Да. Да. Вкусно очень. Понравилось? Да, очень понравилось. Да. Не надо все. О, полетел наш самолет. Полетел. Полетел и присел. Что это мы делаем тут? Пороро! Смотри. Держи, это тебе. Пороро. Пороро. Да, подержи-ка. Сейчас мы будем снимать. Сейчас мы упаковочку снимем. Вот это уберем. Сейчас. Будет вместе с ним спать, да? Вот, смотри, пороро. Ку-кук. Раз. Держи. Ой, Каризаска. Пороро. Пороро. Следующее. Держите. Следующий раз. В общем, сейчас из мультика «Дневник аэропорта». Самолетики. Ну-ка, будем сейчас раскрывать самолетики. Поближе, муж. Прям поближе. Так, сейчас мы все будем открывать. А вот, вот. Все, сейчас. Раз, давай. Вытащим. Вот. Вот они сколько их. Самолетики. Ой! Смотри. Красота какая, да? Вот. Так, следующие самолетики. Вот сок. Тоже пороро. Мультивитамины. Такой вот сок. Пороро, бутылочка. Вот такая вот минералка. Нравится? Вот. Сейчас мама подогреет сок. Сейчас мы откроем. Еще раз. Опа! Все. Вот, улетели самолетики. Еще самолетики. Все. В аэродром пролетели. Понравилось. На, держи, Мирзасик, держи. Держи, Мирзасик, держи. Так. Ну, что-то ее, да.
хорошие игрушки, очень ему понравилось. И приятно на ощупь. И колесики хорошие, кстати, качество хорошее. Хороший подарок для ребенка. Советую.